Паттайя, арабский квартал, то есть недалеко от Тукома, вот там выше Туком. Вот здесь вот чуть ниже Walking Street. Решили пообедать и поесть супчика. Здесь вот мы обычно часто в макашницах берем, а здесь вот так, макашницы еще там не готовы с супом. Здесь вот такая, такой тоже суп. Вот прям как бы наливают, готовят. И вот различные здесь ингредиенты. Зелень, там проросшие фасоль, какие-то перцы и так далее. Можно все добавлять себе по вкусу и есть. Стоит это порядка 40, пока 40 бат. То есть очень-очень недорого. Вот, но очень-очень вкусно. Самое главное, чтобы не сильно переперчить, потому что потом будет невозможно есть. А здесь вот все вот ингредиенты. Суп, зелень, огурцы. Вот так вот выглядит этот суп.